кошка с хозяином была, черненькая. Кобелек. Но такая была игра. Да? Такая игра была. Ну, так вот мы встречаемся. Что, девочки запутались? Вот так у меня было, как к нам подскочила овчарка, а он меня опутал вокруг провод, этим поводком, и я не могу сдвинуться с места. Хоть не свалил? Кое-как освободилась. Вот что значит, выскочила там с вора на стройке. Ой, да, они там такие злобные. Мы как-то а там шли, ужас. Да, ужас, они нас там вот сейчас уже забор такой сделали, что закрыто. А та я шла, откуда они взялись? Штук 8, и притом большие все, крупные. С таким диким лаем на нас бросились. Но я быстренько спряталась за машину. Ну вот это у него перепуг теперь. Ничего не могу больше бить. Боится и все. Это только если он будет общаться с большими собаками. А таких больше нету больших собак, чтобы хозяин потерпел, пока он привыкнет к нему. Вот, гонять, да, это все. Мэсик ничего не боится. А? Мэсик вроде ничего не боится. Да. Ой, он гулял всегда с собаками, в принципе. Он по ресторанам ходит. С Лаизой. Ну, набегаются же. Это девочки набегаются. Он неуемный. Я с ним гуляю 1,5-2 часа, прихожу и думаю, что он отдыхает.